На всех 650 участках Карагандинской области наблюдатели отметили высокую активность жителей. Зарегистрированы более 760 тысяч человек, которые имеют право голоса. Почти половина из них проголосовала уже до обеда. Общественный наблюдатель Дмитрий Полторенко побывал сегодня на многих участках референдума. Он отмечает, что у жителей шли голосовать с утра, в том числе и молодежь, которая также активно приходила на участки. Пришел, исполнил свой долг, хотя сегодня день сложный, день серьезный, день нужный для всех казахстанцев. Отмечу, что помимо того, что я пришел, проголосовал, сейчас наши коллеги ведут наблюдение за выборами.